Assalamu alaikum. Салам, Маша. Лучше Маша. Давай ластит геймер канал. Давай. Р. Метро. Играть как тох. Пазла. Видео. Ю. Удар, да, продолжить. Ты двое. Ваш сама Белошко. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Эй, ребята, если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Так, коза, это штацевое лобо. Обходное. Да, что это? Ничего, мы на трезине, у жены. Все будет хорошо. Возьмет камер. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, он чувак, газ взяла отца. Поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Ага. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Уже сопало ушло. Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Сопало ушло. Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Ром шопы, хода, горки его шеш. Совет Швейцарцев. Башка-то. Что? Что происходит, а? Давай, надвеловый подар. Качай ты, я успею. Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очни, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Свободы,
Возьми мой дробовик. Алло, декарю. Самуэло. Совали уже. Там драло, что я его освободил. Он жив! Быстрее сюда! Только не огнемет, прошу! Дайте ему шанс! Жди, пожигай! Сейчас он устроен. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Дальше до Ордуэта. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Патрон. За тебя! Патрон снова ждется. Давай, Темка. За тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артёма. За тебя, Артём. Пертяшка, что надо. Ух! Алла, вроде ты. Тоннели до проспекта Мира закрыли. Значит, на базар мне не попасть. Патрон шаец здесь. 75 патрон. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Иди, ты чудовище. Это самый момент, когда на нас бросилась цена Ардана Сочи. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался, как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Что это было? Какие-то странные тени. Чьи-то голоса, шепот, плач, неслышные, но до сих пор продолжающие звучать в моей голове. Есть метро-тоннели, про которые ходят жуткие легенды, но я ничего подобного. Я прежде не слышал. И надеюсь, больше не услышу никогда. Нам несказанно повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Скука приводит к желанию выпить. Закон Менделеева, блин!
препятствовать мне. Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Что ты сейчас сказал? Я больше не могу терпеть. Спасибо. Так. Сега, мас патрон, бо мого ордерте. Занято. Позже приходи. Еды. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Господи Иисусе. Спасибо. Подайте пару пулек. Одну пульку. Нет. Благодарю вас. Да пребудет с вами сила. Check that way. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. А ты Артём? Патрончик, а? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Похоже, если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Да, это... Спасибо! Пошли со мной. Призделаван, щедро я. Обновляется. Спасибо. Эй, чего отстаешь? Освобождаться. Самое страшное со мной на Севастопольской случилось. Я даже и до станции-то на самом деле не дошел. Как испугался, ты где там? Свободи. Петро, ну макарю, а шо он сухозав? Эй, чего отстаёшь? Догоняй! Так, мечаво, ова. Ты где там? А, мечаво. Господи Иисусе! Эй, спасибо. Чего отстаешь? Догоняй! Свободи, свободи. Ты где там? Петрон, шмодовая.
Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Давай. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче... Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Свободы, я с вами взялся. Не готов, да? Давай, по-бырому только. Малау, ямаца, ямаца, куда? Ох, я тут патрон еще. Опа, я записку его. Ушала, удвое. Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним мы договоримся быстрее. Ола была. Сегодня льготные цены на любовь. По студенческим. Да. Горсть патронов за ночь в огне. Мой сладкий. Моя машинка не выдает чеки. Не страшно? Тогда пойдем за мной, малыш. Да, опасно, воду. Опасно, ты типов. Так. А где тарелка? Он моя отсюда. О, да, выводишь. Бурбан. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. А ладно. Только целишь. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. О, деком горюванется. О, братан. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать...
Это просто кикимор. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Make sure, да. Бог беллош. Патронш. 34 патрон. Нормально. Странный звук. От земли что ли идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Давай, Фалцевич. Во втором туннеле блокпост, и нам незачем на него выходить. Давай, дал. Автомат крыла. Пора есть, есть. Так, прокачка. О, я еще, А, давай, прокачать еще. Ты что ворох? Патрон. Криван вор патрон. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. Это хакарюк. Понимаю, откуда... Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Уж скорее. Опачки, а это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь что? Патронж. Пожалуй, руку уволил. Чаерсы. И
артерию кошек. РСТшка. На це клонується, ну. То охоса літерюкода. Визреди, це і латинці, я кажу. Опа, яло. Я без реди тивай. Потрогаем, что я выцарлю. Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь поставлю. Окей. Поставил сюда на внизу. Чё? Так, братаны! Только пацаны, блин. Колорбан, должен быть до головы. Собор дела. Его двое цирда. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Фонарик, да, и она, и урса, эт. Патрон, что это любой? А у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? И разминировать, и на патрон ша вич. Поверда больше. Аккуратно. Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый ворог. Может, сатиганично, давай обез. Yeah.
чисто! Давай. Патрон, шалау, дезу, окаве. Алалуш, бег, алалуш. Райец, дезу. Пола улегал там, бол. А, харам. Це дезу, на вилушу, бега. Окай, улушу, бега. Патронш. Швартом коревай нам куда. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Мэк шерду. Так, кто говорит, что надо верду, выходер. Аж, это давай надо. Вроде молодцы, алло. Латуаешь, молодец. Аптечки и патроны, кариван. Папа пришел!
Это урвал. Андаловая кнопка детач, L1 детач. Хацер, ты андал, хацер, да-да, о. Связано чокса. Я мацахаясу. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Yeah.
Да ох ты, она у вас. Я же говорю, он себя чудо воли. Модифицированную. Уволен. Жвого бурбон. Так, аптечка. Использовать езу. Что это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песня. Слаще Владимирского централа. Но страшно. У
Так, алло, лурюэл автомат. Он автомат, лурюэл. Амуэля это наго. Жаэл, альшингай, гуэте. До досинга. Нормально. Вечер до водом сон. Автомат, алло, я выдох. Али, я зара. Проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. А я вообще не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто-то пришел. Вот хрен! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Я за подозрительно, вор на ост. Это автомат АЦЛОХО.
Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Окей, видео на улице двое. Ты вошел с видео, что я хузар, да продолжишь, ты их двое. Аусен, варка легче, тебе подписаться, две. Адекер, маршал.